Итак, всем привет, ребята, я продолжаю выживать в мире паразитов. Я уже начинаю строить свою деревню. Вот первый домик я в прошлой части построил. И меня в прошлой части убили паразиты, и у меня снова 7-й левел. Лопнул. Так, я уже 8-й левел. Короче, по старому доброму все. Так, а вот здесь башню уже строим. Точнее, смотровую вышку. Ну, здесь будет лестница. Что-то типа этого будет. Ладно, еще одну опору сделаю. Ну, для красоты все. Короче, башню я буду строить очень долго. Итак, с башня уже готова. Ну, точнее, смотровая башня. О, как я прикольно быстро спустился. Ну все, смотровая вышка уже готова. Надо вот туда, хотя не буду переносить верстак туда. Пойду домой. Мне интересно, а что в раздатчиках, а то я забыл проверить. Ага, огненный заряд. Понял, ты куда был. Можно пулять по паразитам. В крайних случаях. Ну все, ложимся спать. Ну все, проснулся. А! Про стекло забыл. Готово. Надо бы еще песок найти. Так, надо бы этот раздатчик открыть. И все готово. Теперь я смогу пулять по паразитам, если они попытаются напасть на мой дом. Вон там паразиты. Вот мой заряд горит там. А, уже потушился. Мне интересно, а что там этот чувак забыл на крыше? Только не вы. Еще паук! Не надо паучара. Паучара не надо. Ха, не попадает. Все готово. Все, теперь в домике спрятался. Никто не достанет. Ну блин. Как он дерется через стену? Да и этот чувачок тронет. Пройти он не может. Ай. Чёрт. Опасно. Чёрт! Они меня так убьют. Так что ну нафиг. Как говорится, ну нафиг. Сколько он тут паутины оставил.
после себя. Кстати, неплохой домик получился. Надо бы еще деревце срубить и побольше досок иметь, и побольше стекла, чтобы построить еще больше домиков, и будет у меня огромная деревня. Деревенщина. Так что рубим леса. Дикий дятел дровосек. Ой! Опять баги. Да хватит уже со своими багами и приколюхами. Майнкрафт, перестань уже со своими багами и приколюхами. Пиу. Короче, очень много дерева ща добудем и побольше домиков забабахаем для жителей. Хотя я лучше достану яйца призывания жителей. Так что всем пока.